Всем привет или доброе утро. Мы сегодня едем на КОП по Киевской Руси. Очень классное место. Я думаю, хоть что-то да и найдем. Всем приятного просмотра. А мы погнали. Вот, друзья, смотрите. То ли косточка, то ли еще что-то. А вот у нас и посудка, точнее керамика. Друзья, приехали, конечно, поле мы опоздали, выхожено просто в хламище. Но среди вот этих тысяч следов еще попадаются сигналы. Вот один из них. Смотрите, туда следы, вот так следы пошли. А вот тут сигнал. Это за сигналище гильза. Нет, какая-то монетка, друзья. Смотрите, вот какая-то монета. Блин, царица полей, елки-палки, 100% она. Да, я что говорил. Бляха, затертая. Правда, но монетос. Вот первая монетка. 1 копейка Александра Первого. Что-то Серега копает. Там где-то Рома. И вот такое поле. Такое, блин, как зубильца маленькая. Вот заточка. И с одной стороны есть следы. Здесь просто точили каждый день, наверное, всем селом. И второе. Ну, с двух сторон. Да, с двух сторон. А то от фибулы, я думаю. Не серебруха, не бронза. Ну, пока так. Вот такой вот сигнал, друзья. О, бля. О, кажись, оплавок. Большой оплавок, друзья, смотрите. А нет, ребятушки, смотрите, это бубенчик по Руси. Обалдеть. Реально бубенчик, друзья. Красота. Блин, его почистить. Уже дома почищу, потому что он такой тяжелый. ЧК. Копаем и хотим найти динарий, а тут на тебе уже и Русь пошла. Вот, друзья, смотрите, первый гвоздь найденный. Мы уже переехали на другое поле и походим вот тут. Нашли место. Капец, металлолома, просто тьма, просто тьма. И уже даже не было желания здесь копать, но сначала Серега нашел маленький кусочек браслета, а вот только что попался мне. Вот, друзья, посмотрите, обломочек браслета Киевской Руси. Вот красивый такой крестик на конце браслета был. Он бы был целый, просто прекрасный. Творение искусства. Ювелирного. Шикарно. Вот. Тут це наконец-то, а не, ну. О, да, прикольненький. Бронебойный, да, каэровский наг. Наконец-то, кажу, что лежу, им кажу, что не. Да. Угу. Похоже, це, да? Нет, а це бронебойный каэровский наконечник. Вот, друзья, смотрите. Попалась вот такая нашивка. В таких хащах бродим. Даже трудно снимать. Смотрите. Просто прелесть узор.
появился тень. Вот сигнальчик. Вот так, друзья, иногда ходим, чтобы найти хоть что-то. И сделать вам видео. Вот такой сигнал. Вот там я нашел тот сигнальчик, где сердечко. А вот тут сейчас мы поснимаем. Что там оно? Смотрим. Оба! Где-то тут. Ох, красавец. Наконечник. Смотрите, какой наконечник, друзья. Обалдеть. 100% Киевской Руси наг. Вот, пожалуйста, хоть трудно, реально, посмотрите здесь какой валежник. Мусора просто тьма. А вот такие находки среди такого мусора. Копарям здесь не всем удобно ходить, потому и есть сигналы. Погнали дальше. Работа с местным населением очень важна. Так что, друзья, не забывайте общаться с местными. Много чего интересного расскажут. Ты глянь, ну, вообще. Ага, вообще уже даже вся штучка. Блин, что ж ты металл живый, да? Да. Там метал живий, блин. Ти да, що зробив, що він буде біленький. А як це з двох сторін може стати? Ні, це тільки що шкода. Переїхали на следующее поле. Я думаю, на сьогодні це буде последняя наша точка. О, друзі, перший у нас визуальный предметик, который мы нашли, это керамика. Вот тут она вот такого цвета. Видно, что горевшая. Первый сигнальчик на этом поле. Смотрим. Что-то древнее или современное. Пуля. А, нет. Друзья, смотрите. Спинка фибулы. Класс. Пружинка есть, жаль, только нету иголочки. Посмотрите. Первая находка по ЧК. Посмотрите, что-то выкопал. Очень интересное. Я еще такого не видел даже. Смотрим. Блин. То ли это часть какой-то заколки, то ли еще что-то. Не берусь говорить, что это черняховская культура. По камням больше похоже, что здесь какой-то хуторочек стоял. Друзья, я же говорил, что здесь был хуторок. Смотрите, какой кусок керамики попался. Хуторской. Но просто красивейший герб. Просто капец. Обалденный. Жаль, конечно,
Что не целая посудина. Может, кто скажет, чей герб и что за посуда. Буду очень-очень благодарен. Реально, самому интересно. Класс. Заберу домой. Хороший такой сигнальчик. Но здесь этих сигнальчиков я выкопал уже еще, наверное, один кусок меди. 100%. Так свистит, что просто атас. Ух, динарий? А нет, блин, не динарик. Вижу сразу гурт. Динарика гурта нет. Ой, серебрушка. Серебро. И блин, смотрите, видать, монета где-то близко к железу лежала или на куске. Эта монета мне досталась. Реально, сегодня с 7 часов утра катаемся. Главное, упорство и труд, все перетрут. Погнали дальше. Друзья, посмотрите, что мне попалось. Я так думаю, что это маленький черняховский пинцет, просто поломанный, серебряный. Вот видите, даже узорчик есть. Обалдеть. Жаль, конечно, что поломанный, целый был бы просто шедевр.